Сегодня участники клуба «Полярные волки МС» присоединились к международному мотопробегу «Волна памяти». Он проводится в память о людях, трагически погибших в дороге и не вернувшихся из мотопутешествий. Маршруты проложены через всю Россию, с запада на восток, от Калининграда до Владивостока. Всего участникам предстоит проехать порядка 48 тысяч километров, посетив 90 городов. Конечная точка – местечко Жанна Хабаровского края. Пробег будет проходить через всю Россию. И уже насчитывается в этом году 15 локальных направлений со всей России. С Кавказа, с юга, с Мурманска, с Владивостока. И этот весь пробег идет до местечка Жанна, где в свое время, 10 лет назад, убили мототуриста местные жители. И благодаря байкерам нашли преступников и осудили. И сделали вот эту волну памяти, посвященную всем. Мотопробег организован в виде эстафеты. Участники 75 клубов России и ближнего зарубежья, проехав свою часть пути, передадут флаг своим единомышленникам, а те далее. В итоге формируется своеобразный коридор дружбы и безопасности, по которому новички смогут безопасно пересечь на байке нашу огромную страну. Сам принцип этой эстафеты. Не обязательно всем ехать. Просто все передают флаги, и потом эти все флаги с 15 направлений, вот видите, вот тут поясню, какие направления. Со всех 15 направлений эти флаги на вот этом месте все фотографируют. В составе «Волны Коми» 12 мотоциклистов, участники клуба «Полярные волки МС», один мотопутешественник и вольный райдер. Всем им предстоит преодолеть порядка 1000 километров по маршруту Сыктывкар, Киров, Казань, Ижевск. Путешествие с ночевками займет несколько дней.